В Горно-Алтайске первый в стране открылся кабинет восстановительной медицины «Комротерапия. Технология жизни». Лечение здесь проводится прибором, который в России только набирает популярность, но уже зарекомендовал себя практически по всему миру. Команда ученых из разных стран разработали новый метод оздоровления, основанный на пробуждении защитных адаптационных систем организма. Мы взяли 4 вида физиоизлучения. Это лазер, магнитная терапия, ультразвуковая и цветотерапия. 4 вида известной эффективной физиотерапии, но мы нашли способ, как их собрать в одном приборе. Технология была изобретена нами, наша компания, где я работаю директором по науке и разработкам в 2009 году. В 2011 году наши приборы мы начали продавать уже по всему миру. От США, Латинская Америка, Австралия, Южная Африка, везде. И теперь уникальная возможность пройти оздоровительную процедуру есть и у жителей Республики Алтай. Для каждого пациента индивидуальный курс, без возрастных ограничений и противопоказаний. При простудах достаточно от 2 до 4 дней лечения. Если же заболевание хроническое, лучше пройти курс полностью. Улучшение пациент обычно чувствует после 1-2 сеанса, который длится от 15 минут до 1 часа. Проблемы, с которыми сюда обращаются, разные и охватывают практически все области медицины, вплоть до онкологических заболеваний. Опорно-двигательного аппарата, артрита, артроз, естественно, все с этими заболеваниями, вытекающими осложнениями. Эндокринная система, сахарный диабет мы активно, то есть лечим. Заболевания щитовидной железы. Прибор сертифицирован Минздравом России и соответствует стандартам Евросоюза. Клинический опыт подтвержден практикующими врачами в разных странах мира. Данный метод восстановительной медицины прекрасно сочетается с другими видами лечения на разных этапах, позволяет значительно снизить лекарственную нагрузку. Лечение комротерапия ведет к формированию стойкого оздоровительного эффекта.